Для меня самое главное, чтобы были все дружны. Вот для самое главное, чтобы все друг другу помогали. Ну, это даже хорошо. Что-то где-то что-то в беде или что-то получилось. Звонишь, все проезжают, все выходят навстречу. Все. Вот это самое главное, чтобы все были вместе. Виталий сам рос в многодетной семье. Он 6-й ребенок и привык, что все родные друг за друга горой. Сейчас у супругов Геращенко 5 детей. И еще один малыш появится в доме в будущем году. Большая многодетная семья у нас. Вот. Дружная. Стараемся в любви, в понимании воспитывать деток. Вот. Обычный класс, можно сказать, средний класс, то есть ничего такого. Ребята хвастаются увлечениями. Роман и Артем – музыканты, любят футбол и рыбалку. Анастасия Витальевна рисует и думает стать медиком, хочет спасать дончан. А вот родителей совсем недавно приятно удивили новостью. Глава администрации Ростова хочет лично поздравить семью с Новым годом. Конечно, очень приятно, что приезжают нас, приехали все поздравить. Очень приятно, особенно глава города. Неожиданно очень, что выбрали нашу семью. Алексей Логвиненко пришел с подарками для всей семьи. А это спиннинг у нас. Что, удочки? Вы заказываете удочки? Да. А это к спиннингам. Это к спиннингам. Необходимые дополнения. Так, это старшенькая девочка. А для родителей – кухонный комбайн. За чашечкой чая семья обсудила с сити-менеджером учебу и пожелания детей. К примеру, Настя хочет поступить в музыкальную школу. Гость пообещал, что в будущем году ее мечта непременно осуществится. Алена Бадр, Сергей Крикоров, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону.